высокое качество образования, то есть те знания, которые абитуриенты, а потом студенты получают в стенах Института вычислительной математики и информационных технологий Казанского федерального университета, они конкурентоспособны. Они не уступают по качеству тому образованию, которое студенты получают в московских, в питерских вузах, в других федеральных университетах. Не уступают. А в ряде аспектов они даже превосходят эти знания. Это ориентация на локальный рынок труда, огромное количество IT-компаний ведет свою деятельность в Республике Татарстан, и наши выпускники, они востребованы. Обучаясь в ИВМИТ, студенты сразу приобщаются к практике, к практикоориентированному обучению по заказу наших предприятий-партнеров, потенциальных работодателей. Поступая в институт, студент может быть уверен в своем завтрашнем дне, поскольку уже со второго курса начинаются практики на предприятиях. Студенты знакомятся с потребностями этих предприятий. Они выстраивают в том числе свою индивидуальную траекторию обучения для того, чтобы быть специалистом, необходимым в реальном секторе экономики. Кроме того, с точки зрения условий обучения, конечно, Казанский федеральный университет обеспечивает все возможности. Для иногородних студентов прекрасные условия проживания в деревне Универсиады, в студенческом городке, за достаточно условные финансовые затраты. Цена-качество. Кроме того, Казань, как столица, предоставляет огромные возможности не только для образования, но и для саморазвития. Это и спорт, и культура, и, собственно, волонтерство, и массовое такое участие в мероприятиях, востребованных обществом. Одной из уникальных потенциальных возможностей для приложения своих знаний у студентов, конечно, это динамично развивающаяся экономика Республики Татарстан. Огромное количество инновационных проектов, которые реализуются на ведущих промышленных предприятиях, инициатива, связанная с построением города, IT-ориентированного города Иннополис, где получили прописку многие IT-компании, компании-резиденты этого города, и они являются, безусловно, потребителями наших выпускников в том числе. Это компании, которые работают на передовом крае IT-индустрии, поэтому это всегда интересная работа и работа по специальности. Это очень важно для выпускника, что то время, которое он провел в стенах университета, погружаясь в проблемы, в вопросы, изучая зачастую очень сложный, тяжелый материал, все это потом может быть приложено на практике, и, соответственно, выпускник все эти знания применяет для этих предприятий, для развития этих предприятий. Конечно, не только IT-компании, но и компании химической отрасли, машиностроения, сельское хозяйство. В настоящее время сложно представить их деятельность без использования информационных технологий, без участия IT-специалистов. Флагман машиностроения КАМАЗ в настоящее время работает над созданием беспилотного автомобиля. Автомобиля, который является, по сути, интеллектуальным средством, использующим компьютеры, вычислительную технику и информационные технологии. Те средства, которые в будущем сделают эту машину уникальной, и это технологии завтрашнего дня. И уже сегодня наши выпускники могут быть привлечены к решению этих интереснейших задач. В институте мы реализуем 7 образовательных программ, которые находятся под одним зонтиком под названием «Информационные технологии», но готовят специалистов разного уровня. Это и аналитики,
и специалисты по защите информации, это и программисты, и разработчики, администраторы информационных систем. Очень широкая номенклатура, но базовое образование, фундаментальное образование позволяет нашим выпускникам прикладывать свои знания не только в промышленном секторе, то есть выступать в роли инженеров, специалистов, разработчиков, но и реализовывать свой потенциал в научной сфере. Для этих целей в институте у нас реализуются все три уровня подготовки. Это и бакалавриат, и магистратура, и аспирантура. Поэтому для выпускника бакалавриата есть возможность продолжить обучение в магистратуре. У выпускника магистратуры есть возможность пойти по научной стезе и продолжить обучение в аспирантуре. То есть это позволяет сформировать фундамент для дальнейшей научной деятельности в научно-исследовательских лабораториях, научно-исследовательских центрах, которые действуют в Казанском федеральном университете. Там, где знания и умения в области информационных технологий востребованы, зачастую эти лаборатории нуждаются в IT-специалистах. Сами лаборатории не являются IT-лабораториями, но они нуждаются в специалистах, которые владеют математическим аппаратом, знаниями в аналитике, знаниями, которые позволяют визуализировать получаемые результаты и, соответственно, разрабатывать технологии на стыке нескольких наук. Это такой прикладной аспект информационных технологий. И приложить свои знания, в том числе выпускники, могут в научно-исследовательских лабораториях, созданных в рамках проекта стратегических академических единиц, которые реализуются в Казанском федеральном университете. Всего определены 4 проекта. Это «Эко-нефть», «Трансляционная 7П медицина», «Учитель 21 века» и «Астровызов». Во всех 4 направлениях представители нашего института принимают активное участие, поскольку без информационных технологий, без знаний в прикладной математике, численные методы, моделирование, то, что называется использование высокопроизводительных вычислительных ресурсов и наукоемкой математики. Без этого сложно в настоящее время проводить исследования, эксперименты, а специалисты и выпускники нашего института обеспечивают возможность в том числе имитационного моделирования, исследования многих процессов на моделях, что повышает и точность, и качество проводимых исследований, и самое главное, позволяет получить новые знания, которые в последующем можно трансформировать в коммерциализуемые технологии. Те научные достижения, результаты, которые получены учеными нашего института, безусловно, мы апробируем на ведущих международных конференциях и публикуем в рейтинговых журналах. Импакт-фактор для математического направления и в чистом виде, то, что называется computer science или информационные технологии, information technologies, это журналы, как правило, с не очень высоким импакт-фактором по сравнению, ну, с тем же медицинским направлением. Для этого есть масса причин, но мы видим выход в том, что наши исследования носят междисциплинарный характер. И полученные результаты, они не являются чисто математическими, либо чисто программными, чисто связанными с компьютерными науками. Это междисциплинарные результаты по биоинформатике, хемоинформатике, геоинформатике. То есть это те материалы, которые мы публикуем в междисциплинарных журналах. Там, где импакт-фактор высокий, там, где публикуются передовые последние достижения, востребованные мировым сообществом, то, что представляет интерес, поскольку это самое динамично развивающееся направление в современном научном мире.
Когда я говорил про востребованность и конкурентоспособность образования в Институте вычислительной математики и информационных технологий Казанского федерального университета, в качестве доказательства моих слов можно привести в том числе востребованность и заинтересованность со стороны зарубежных студентов, студентов зарубежных стран. В настоящее время более 6% от общего контингента обучающихся института составляют граждане зарубежных государств. Это выше среднего показателя по стране и, в общем-то, достаточно хорошая цифра, в том числе и для ведущих зарубежных вузов. Сама коллаборация, само взаимодействие у нас реализуется, опять же, на всех трех уровнях подготовки. У нас есть зарубежные студенты и на бакалавриате, и в магистратуре, и в том числе обучающиеся в аспирантуре. Под магистерские программы, и мы видим для себя приоритет в развитии именно второй ступени, поскольку это позволяет более интенсивно развивать научно-образовательную составляющую, когда магистрант занимается не только образованием, но и вовлечен в научно-исследовательскую работу, в том числе в наших ведущих научно-исследовательских лабораториях. Так вот, под магистерские программы мы сейчас реализуем несколько совместных образовательных программ. Одна из них с Чешским техническим университетом по направлению открытая информатика. Это программа двух дипломов, когда студенты обучаются часть курса на базе Казанского федерального университета, часть на базе вуза-партнера. И в итоге, после защиты выпускной квалификационной работы, получат диплом двух университетов. Это сотрудничество в том числе и с нашими партнерами из Китая. В прошлом году мы заключили договоры с двумя ведущими университетами Китая. И уже в этом году 5 китайских студентов в настоящее время проходят обучение в институте по направлению Data Analysis. Это анализ данных, машинное обучение. Соответственно, наши студенты поедут в университет города Шэньчжэнь для включенного обучения по другим курсам. Это программа включенного обучения. В настоящее время мы прорабатываем вопрос по открытию международной магистратуры по направлению Data Science, наука о данных, с тем, чтобы реализовывать, во-первых, эту программу исключительно на английском языке, и чтобы коллектив обучающихся был исключительно интернациональный. Не только студенты России, Республики Татарстан, но и зарубежных государств получали знания. По аспирантуре у нас ведется активная работа с целым рядом зарубежных вузов. Это и университет Рикен, где наши аспиранты под совместным руководством выполняют исследования и пишут свои диссертации. Это и университет Канады, США, Европы. Я не буду перечислять, у нас действительно много партнеров. Это позволяет, с одной стороны, нашим выпускникам почувствовать качество образования, что оно не уступает и позволяет нашим бывшим студентам, а нынче аспирантам, легко интегрироваться в международное научное сообщество, выполнять совместные научные исследования и проекты, и потом возвращаться в Институт вычислительной математики и информационных технологий в качестве молодых ученых, исследователей для и педагогической образовательной деятельности, и для проведения научных исследований. Если мы говорим про бакалавриат, то большую часть иностранных студентов составляют граждане так называемого ближнего зарубежья. Это Средняя Азия, это Прибалтика. Из Латвии у нас есть студенты, которые проходили обучение. Более того, наш молодой ученый сейчас проходит обучение в Латвийском университете в городе Рига.
это его грант. Он его выиграл. И сейчас проходит обучение в формате PhD, проводя и исследования, выстраивая новые связи, новые контакты по очень интересному направлению. Это квантовая информатика и квантовые технологии. То, что открывает возможность для применения специфических аспектов дискретной математики к современному технологическому базису квантовых компьютеров, то, чему отдают предпочтение как технологии будущего. Учиться в институте действительно непросто. Очень существенная математическая подготовка, фундаментальная, базовая подготовка, то, что, в общем-то, и закладывает фундамент для последующего приложения к сфере информационных технологий, программирования, компьютерных наук. Да, с абитуриентами нам приходится очень тщательно работать, заниматься и профориентационной деятельностью, готовить их к этому непростому образовательному процессу. Наши специалисты, ведущие преподаватели, выезжают на те территории, сотрудничают, взаимодействуют, проводят анкетирование. Ну и, собственно, только лучшие из лучших в последующем имеют возможность поступить в институт. Традиционно интерес к тем направлениям подготовки, которые реализуются в Институте вычислительной математики и информационных технологий Казанского федерального университета, очень высок. И это во многом определяет и реальный конкурс в ходе приемной кампании, и высокие проходные баллы. По итогам приема 2016 года можно сказать, что средний проходной балл практически по всем направлениям подготовки составил около 240 баллов. Это достаточно высокая цифра. Минимальный проходной порог, опять же, по статистике 2016 года, это 205-210. В общем, мы можем выделить три группы направлений подготовки в институте в соответствии с тем, какие экзамены необходимо сдавать в качестве базовой дисциплины. Везде русский язык, везде математика, и по ряду направлений в качестве базового профильного выступает физика, информатика, и по одному направлению это бизнес-информатика, в качестве третьей дисциплины – естествознание. Как уже говорилось, студенты активно вовлекаются не только в учебную, но и в научную деятельность. Для этого есть большое количество возможностей, в том числе в рамках реализации проектов по стратегическим академическим единицам. Я хотел бы озвучить несколько направлений, несколько проектов, в которые вовлечены наши студенты. Первый проект – это проект, связан с защитой информации. Проект, основанный на использовании квантовых алгоритмов для шифрования информации. Это такой междисциплинарный проект, который стоит на стыке нескольких направлений, и в чистом виде математика, и информационные технологии, и, собственно, наука о данных, и теория чисел. Очень интересное направление, требует хороших знаний, хорошей подготовки. Второе направление, которое можно было бы выделить, это стратегическая единица «Эко-нефть» в рамках лаборатории «Анализ данных в области окружающей среды». Работа связана с обработкой больших объемов информации, используя для этого статистические методы, используя для этого интеллектуальные алгоритмы машинного обучения, искусственного интеллекта, когнитивных технологий. То, что позволяет с использованием средств вычислительной техники анализировать большие объемы информации, предсказывать риски, анализировать риски, соответственно, обеспечивать поддержку принятия решения в ходе эксплуатации месторождений, развития инфраструктуры, эксплуатации скважин,
обеспечение эффективного использования самих ресурсов, которые необходимы для реализации всех этих процессов. Вот здесь в рамках лаборатории у нас создана студенческая группа, которая вместе с ведущими учеными занимается решением этой проблематики. Другое интересное направление связано с задачами в рамках трансляционной 7P-медицины. Это анализ нейроактивности, использование технологий искусственного интеллекта к моделированию нейросетевых структур, когда моделируются процессы, приближенные к реальным в нейроаппарате человека, млекопитающих, то, что позволяет получить дополнительные знания о природе многих процессов, соответственно, обеспечивать возможность поиска новых лекарственных форм, воздействия на человека с точки зрения улучшения качества жизни, его состояния здоровья. Другое направление, которое связано уже с учителем 21 века, с этой стратегической единицей, это персональное образование. Не секрет, что многие образовательные технологии, они ориентированы на группу слушателей. И не всегда в этой группе есть слушатели одинакового уровня подготовки, одинаковых способностей к восприятию информации. Вот с использованием информационных технологий мы можем анализировать способности обучающегося и выстраивать процесс обучения с учетом его специфических особенностей. То, что позволяет в лучшей степени осваивать материал, находить интересные, в том числе с учетом психологических особенностей, интересные формы для реализации учебного процесса. То, что в конечном итоге позволяет слушателю получить качественное образование, но, возможно, с использованием не только традиционных методов и средств. Но если говорить про вообще развитие квантовых технологий применительно к средствам вычислительной техники, да, это те фантазии, которые в настоящее время постепенно притворяются в жизнь. И многие ведущие зарубежные университеты, которые несколько раньше начали работать в этой сфере, уже получили некоторые практические результаты по реализации прототипов отдельных узлов и элементов квантовых вычислителей. Но здесь важно на эту проблему смотреть комплексно. Недостаточно только разработать железо, то есть разработать аппаратную составляющую. Любой компьютер – это в первую очередь эффективное использование программных решений на железе в рамках конкретной архитектуры. Поэтому если будет получен квантовый компьютер, но не будет соответствующей математики, математического обеспечения, программного обеспечения, системного, то это просто будет железо, на которое, да, можно посмотреть, но пользоваться им окажется невозможным. Так вот, в Казанском федеральном университете ведутся исследования, работы по двум направлениям. По разработке аппаратных составляющих, и здесь вовлечена широко группа ученых Института физики, и математической составляющей, программной составляющей, где в первую очередь активное участие принимают ученые Института вычислительной математики и информационных технологий. Это разработка алгоритмов, это разработка моделей и методов, которые в последующем можно будет реализовывать, в том числе программным путем, применительно к квантовому компьютеру. Зачастую успех любого мероприятия связан с тем, какая команда вовлечена, то есть кто является основными участниками вот этого исследовательского процесса. И у Казанского федерального университета есть одно существенное преимущество перед многими другими. Это классический вуз, в котором реализуется фундаментальная подготовка по ряду ключевых, естественно, научных направлений. И вот эта междисциплинарность и взаимодействие прикладных направлений с фундаментальными направлениями зачастую обеспечивает некий специальный особый эффект
поиска новых знаний, выявления новых технологий, поиска новых технологий, определения новых явлений, в том числе физических, то, что в последующем и позволяет выстраивать цепочку образования, наука, технология. Идеальный абитуриент – это выпускник школы, который не безразличен, который мотивирован, который хочет, у которого блестят глаза и которому интересно осваивать новый материал, знакомиться с новыми технологиями. Человек, который видит свое будущее и будущее своей страны, и благодаря полученным знаниям будет активно это претворять в жизнь.